Всех приветствую, меня зовут Виолетта, я ЗОЖ-тренер и автор оздоровительного движения Smart Food. Наверняка вы уже слышали о пользе и востребованности детокс-программ. И если вы искали для себя информацию, то вы уже знаете, что не так просто выбрать из потока предложений самую правильную программу с совмещением цены и качества. Давайте с вами разберемся, что такое детокс. Д. Избавление, очищение, уход. Токс. Токсины, яды, вред. Детокс – избавление, очищение, уход от ядов, токсинов, вреда. Неужели все так опасно и нам надо срочно от этого избавляться? Откуда мы вообще получаем яды и токсины? Где они живут в нашем организме и у всех ли они есть? Ясно одно, в этом надо разобраться основательно, так как никто за нас этого делать не станет. А как мы знаем, профилактика своего здоровья всегда добавляет десятки лет жизни. Давайте разбираться в этом вместе. Я приглашаю вас на бесплатный 7-дневный марафон в мессенджерах WhatsApp и Telegram, где мы точно с вами разберемся. Что же такое детокс? Почему его часто путают с диетами? Сравним самые распространенные варианты детоксов, узнаем путь образования токсинов и шлаков, и, конечно же, я поделюсь с вами тем самым вариантом детокса, который нравится мне. Если тема интересна, ставьте «нравится», делитесь с друзьями и обязательно переходите по ссылке рядом с этим видео для того, чтобы забронировать свое участие в марафоне. Увидимся!